Тр-тр-тр, погнали! Русим, мы приехали в сад камней. Это Санёк. Я по лекарам показал, что это невероятно позитивно и очень, конечно же, очень красиво. Ну, он помер, кстати. Он помер, кстати. Знал об этом? Вот здесь вот осенька безумно проходит. Вон, смотрите, крокодил, вон сокол, вон зайцы спрятались там углу. На утку некоторые говорят, это что? Там крокодил спрятался, там зайцы спрятался. Действительно, слону хобота и хвост будет очень даже похож, да? Поэтому там внутри тоже погуляет. Но вот на сиденье кто-то присел и почувствовал, что горячо, да? А когда вы будете на камешки садиться, подумайте тоже о том, что может там кусочек остаться в вашей части тела. Очень горячо. Аккуратно, то есть. Сунь палец. Отхватит. Тут быстро, быстро идешь вот так вот. А Борис здесь что ли был? Борис здесь был? Есть у него такие фотки. Там с тиграми. Они их наркотой качают, чтобы это не двигались. Сидели на месте. На этом острове туалетная комната, на этом острове ресторан, и на этом острове надо детские площадки. Здесь это все лицо, шикарные качели. Смотрите, вот эти качели, они сделаны из стекла. Огромные, вероятно, это тоже можно сказать. Вот такой вот садок у нас. Там еще нам обещали шоу показать. Крокодил будут. Не знаю. Это ты выкинул синий билет? Нет. Вышел. Слушай. Как вам? Кому понравилось, лайкайте обязательно. Кстати, до этого нас завозили еще на латексную фабрику и на большой магазин драгоценных камней. Там снимать нельзя было. Так что снимаем только в саду камней. Наша группа идет. Это с нами ездит чувак с длинными волосами. Там шоу идет с крокодилами как раз. Это баркас без капитана. Ему нужен капитан.
Видео снимаю. Продолжение нашего путешествия. Да, с акцентом у тебя надо поработать. Кстати, очень много китайцев. Нет, будет прикольно. Да, прикольно. Сейчас зайдем. Огромный просто сад камней. Огромнейший. Блин, ну туда нельзя зайти, я туда взбежал бы. Надо пешочком прошел бы. Цветочки. Рыбы плавают. Да? Мечта русского рыбака взять рыбу. Офигеть. Сколько, смотри. Понимаешь? Да. Слушай, тебе сейчас откусит руку. А вот поймай ее. Сюда фон выпишет кто-нибудь. Ну да, фонтан, короче, тут. Ну, с водой так прикольно. Офигеть, тут, смотри, красик. Ай! Красики. Сейчас телефон туда будет? Давай сфоткаем здесь. Ну, давай. В общем, наше путешествие по саду камней продолжается. Вот поднимаемся вверх. Водопад у нас, вернее. Так, значит, поднимаемся мы вверх. Этот фонтан остался у нас внизу. Что это такое порастило? Здесь в зелени утопает. А здесь пройти можно, что ли? Никто нам ничего не поругается? Водопад, да? Типа, маленький такой. Вот-вот их много здесь. Там плавают. Жизнь удалась. Вот, давайте я отсюда, я потом тебя фоткаю. Вот так вот. Все красиво. Все шумит, цветет и пахнет. Сейчас. Так, Санек уже хочет фоткаться. Ну ладно, сейчас мы вас фотаем. Ну вот, такая вот красотища. Ну потом пойдем на шоу там крокодилов. Не знаю, поснимаем. Покажем. 20 минут осталось, да, мы сейчас пойдем. Ну куда она небольшая? Максимальной дочери это 70 и постоянно по 3 метра. Питанием. Да. Мусы, кукушка. Они обитают вместе в угоняте. В карачугре. Папа, я тоже был на такие семейные. Осторожно тебе, аккуратно. Вот, вот уже духу не наблюдает, он не поизми. Вот, смотрите. Вот, очень красивый, да, кобра. Вот, смотрите. Да, это наш погласный кубра. Это не пакетка. Да куда не бывает пакетка. Да. Вот смотрите. Очень опасно. Чё сидит? Мы спит. Я не буду пускать. Только укусить я. Приводит-то. Я пускать-то. Куда-то тебе?
У нас противоядерей для каждого собой нету, нет только Батизера. Поэтому очень опасно, сушку брони. Это мишка насыщенная, такая профессия очень опасная. Вот никуда смотреть, только на него. Вот. Ну, кобра, извините, а две остальные наблюдают. Они не нападают на нога. Всегда они предупреждают. Они тоже боятся. Осторожно, звуки. Так что вы понеделяете. Внимательно. Вот так, кучер кобра, таричка, сижу. О, приснятая, да, браво. Да, очень опасно. Еще раз, звуки. Вот, о, Марасиля, браво, это настоящий мультик. Да, настоящий мультик. Еще раз, звуки, улыбайся мне. Вот, это таричка, сижу. О, осторожно. Еще раз, звуки. Вот, о, приснятая. Да, браво. Он на коленку, внимание, ее заостряет, она пока вниз смотрит, он все хует смотрит. Я вам понимание, для вас фотографировать, что управление, кто ходит, можно, на память. Это символ творения, символ богатый, символ удачи, символ строя. Вот, очень красивый, как пишет. Чего хочу, не укусил за ногу. Прикинь, сейчас был огонь. Был бы смертельный случай. Ногу сразу надо отрубать. Это прям мачету доставать сразу. На можно она предупреждена на планет, а не отряда, сильный отряд, куда на тебе. Вот так. Да, спасибо, спасибо вам, да. Дорогие товарищи, кто хочет потрогать, пожрать можно. Да. Не надо бояться, да, можно. Потрогать, пожрать, да. Да, я сперва потрогаю, потом ты. Семью. Вот, это только первый раз вы увидите, возможно. Только ты фотографировать, что бровица. Да, что карта пустая. Будет стоять, я пешком буду показать завтра. Нормально. Будете смотреть, как я пустая. А, только укусит. Только выпустить нас в карте, я сразу приводить не лет, а сумма не лет. Там утку драйв. А там утку драйв. А, потом пока это не карта. Интересно, что, да? Да, смотрите, я не буду считать, понимаете, да? Раз, два, три. Вот, это я. Да. Только выпустить, да, с нашей нет, приводим к тебе. Да, мы с ума не едем. Вот, смотрите, это я. Только выпустить наш стыканье, я с нашей приводим к тебе, да, мы с ума не наверху. Очень быстро, одну секунду. Одну секунду, только выпустить, да, с нашей нет, приводим. Там немножко два-три конфетки. Он может запустить. На кого вы тусите максимально не больше 40 лет. Да, запитывайся, когда будет пить, как можно. Да, особенно людей не ушить. У кого не стоит, можно пить. Да ну что, что-то я очкую. Кто же вам пить, да? Надо пить. Очень хороший, да? Будет нормально стоит, да? Не-не-не-не. Да. Сергей товарищ, я не возможно пить, это не коктейль, в руках нет пива. В руках вы не пить, это то пить, абсолютно не стоит, да? Пипец. Да, да, кто хочет фотографировать на шею, повесить можно. Да, не надо бояться, садите. Вот, на шею повесить, это символ, это символ богатый.
Заходите, не буду заходите. В общем, ребятки, как вы заметили, попали мы на шоу «Змей». А вот здесь вот какой-то чайный дом, что ли. Там чай продают, можно чай бесплатно, кстати, попробовать. Там нужно обувь снимать перед входом. Здесь мост такой, чтобы попасть в этот дом. Рыба, посмотрите, сколько. Вода мутная, но видно. Так, ну потом мы пойдем там в сад. Говорят, там красиво, не знаю, посмотрим. Чё, блин, скрипит. Сейчас я пройду здесь, пока никого нету. Посмотрю. О, фонтанчик. Нифига себе. А вот он как раз. Я заходить не буду, так сниму. Санек где-то там. Так, идем дальше. Продолжаем нашу движуху. Welcome to Pattaya Park Fruit Garden. О, здесь лодочка. Ух ты, смотрите, а это лебеди. Цып-ц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 ып
Большие. Воу! Нифига себе. Вон все обувь поснимали, вошли в чайный домик. Жалко, конечно, на этой штучке поплавать нам не получится у нас. Хотя пока никого нету. А, нет, уже. Там выходят. Меня сейчас спалят. Так, сейчас тогда еще пройдусь, покажу вам, что здесь есть. Ну и потом еще поснимаю вот этот вот сад, который здесь же находится на территории змеиной фермы. И, кстати, продают настойки различные, мази, крема
цены просто феерические. Начинается от 1500 бат. Это самая дешевая их продукция. И пошла вверх. Здесь вот можно на ту сторону перейти. Я не пойду. Наша группа чаевничает. Ладушки, продолжим дальше. Вон Санёк чаёвничает. Скотида. А вот чай сейчас покажу. Там много-много разновидностей всяких. Вон еще. В общем, вышел я с этой лавки чайной. Санек там остался еще. Ну, в той стороне нам показывали шоу вот со змеями и петухи там, ну, петушиные бои. Ладно, пошлите посмотрим сад. Там что такое? Что-то выращивают явно. Окей, погнали. А вон чувак кормит рыб, посмотрите. Сейчас. Корм бросает. Удочку закидывай. Лебеди плывут. Все подряд едят рыбы, и утки, и лебеди. Ладно, направляемся вперед. А вот, наверное, как раз и сад начинается. Сказали, здесь обезьяны где-то лазят. Нужно быть осторожным. Еще домик. Оп. Тихо, чуть тебя не сбили. Она еще и смеется. Я вообще один хожу, никого нету. Наша группа почему-то не выходит. Кайфует от чая. Так, в общем, идем дальше. Нам, кстати, еще дали карточки. На них можно получить фрукты. Сейчас посмотрим, что нам дадут. И где еще, да? Вот
спросил, он вас фото сколько? Вы не хотите? Не. Пошли дальше. Взял? Прости. Спасибо. Спасибо. Арбуз? Что-то еще там. Продолжаем наш поход. На квай, ты куда? Бедик потом удалять будет. Да не. Вон обезьяна. Видите, обезьяна. А, это лемур, наверное. А что, ну, они маленькие, да. У нас, короче, макет, рядом, где работаем, там, короче, есть, не знаю, кто тут таких коников разводит, маленьких. На колбасу? А вон обезьяна, кстати. Дайте, видно. Какая лошадь одна стоит? До 10 тысяч долларов. Маленькая? Как маленькая. А там маленькие все стояли? Нет, там не маленькие. Это у нас там, в Москве. То есть специально один чувак, короче, там показывает по телевизору. Здорово, макаки. Что у них клетки? У них клетки? Еда. Выпустили бы. Ну, чтоб тут как убежал бы отсюда с крита. Дуриан. Нету ни одного? Нет. О-о, оборвали. А это что такое растет? Вон зеленая. Пальма, что ли? На что еще похоже? На картошку, да. На саженца. А потом выпьет кроликов, короче. Кролики? Это не только ценные имеют, но и 3-4 килограмма. Пойдет. Жиденько. В отличие от того, вот, сада камней, да? Да. Драконий фрукт. Ладно, наверх-то, наверное, все. Мы сейчас отправляемся в отель назад. Наша экскурсия закончена. Оставайтесь с нами, мы продолжаем путешествие по Таиланду.